Моделирование ситуации на средней дистанции боя. Перед вами уже знакомая комбинация. Атакующий пугает противника ударом ногой, заставляя его среагировать, опустив руку, и наносит удар в открывшуюся зону. В основу комбинации положен принцип, сходный с предыдущим разделом, где были показаны обманные финты ногами. Создатели фильма предусмотрели всего несколько вариантов подобных атак, используя их для объяснения совместной тактики работы рук и ног, а также объяснения механизмов перехода от длинной к средней дистанции ведения боя. На экране демонстрируется техника, построенная на втором базовом движении корпуса. Посмотрите возможные формы совмещения работы рук и ног. Атакующий демонстрирует атаки, направленные на слом обороны противника.